Челы, заходите на стримы. Разбойники! Шрек, я помогу! Нет, тут начинается уровень с разбойниками. Он собирает монетки, прыгает на фонарь и просто скипает этот уровень. Is that really what the leaderboards are gonna look like, dude? Are you kidding? Actually, 18-19. Я не знаю, почему он столько клацает на пробел, что делает пробел. Он типа ускоряет загрузку или что именно? Он клацает пробелы левую кнопку мыши. Actually, 18-19. Создается впечатление, как будто у этого Пиноккио, блядь, нос растет от пробела, когда он клацает. 18-19 and 1905. Holy, the freaking leaderboards are a joke right now. Блин, за 50 секунд уже столько действий, что голова начинает взрываться. I didn't do the 360 jump, huh? Out of bounds опять. Тут очень много ёбки стен. Тут очень много залазов сквозь текстуры. Actually, I'm following. Yep, 100%. I understand. Тут он, смотрите, залезает на этого крестьянина. От его башки отскакивает, перепрыгивает через... Через избушку нахрен. Блин, это просто представьте, сколько уже действий за 2 минуты. Все это надо будет запоминать. Где конкретно залезать на какую стену? В спидранах как? Типа, главное понять уже какую-то основу. Основа всегда есть. А стратки немного поменять можно уже по ходу дела. Я вот когда готовился к спидрану DS3, тоже как бы с разных источников черпал для себя разные стратки и свой какой-то рут создавал по итогу. Откуда-то оттуда взял что-то, что мне проще удавалось, откуда-то еще там из какого-то места. И по итогу делаешь свой, по сути, ранг, который тебе кажется наиболее приятным, безопасным и при этом, ну, чтобы все получалось. So this is Hunt. Hunt 1, to be more specific. This one is a very simple one, except тот момент, когда мировой спидранер, рекордсмен такой говорит, ну это изи, как бы это хуйня, тут все легко. Ты такой с лицом просто обычного чела смотришь этот момент, где тысячи каких-то скипов, тысячи там и пролазов сквозь стены, да это хуйня, изи. For like two... Бля, что-то я подзастрял просто в текстуре какой-то рандомной. Что интересно, король задумал? Но тут пока вроде не сложные моменты, пока нет ничего сложного в плане выучивания. Вот там дальше, как я понял, будет жестко. Слушай. Плюс вот в этих видосах, по которым мы сейчас смотрели, там не используется стратка с зельями. Игра сохранена. А в актуальном спидране там он покупает какие-то зелья и кидает их в стены. Чтоб по ним потом пропрыгать куда-то. Он багованный какой-то. А затем двойной прыжок сюда. А теперь мы хотим нажать на невидимый спусковой крючок. А теперь скажи, где находится этот спусковой крючок. Ну что же, если нажать на левую скобу, то, как ты видишь, она находится прямо здесь. И по сути, она представляет собой голову этой лошади прямо здесь. Вот и все, что тебе нужно сделать. Сделай двойной прыжок, глядя в сторону головы. А, ну то есть он показывает, что нужно вот этот триггер типа запустить. Прямо над головой лошади. Сделай двойной прыжок, глядя в сторону головы лошади, и тогда ты практически всегда будешь попадать в нее. Кстати, если у тебя получится так, что ты увидишь спусковой крючок, но не увидишь столкновение, просто нажми клавишу еще раз или дважды, если хочешь отменить все это. Если ты сделаешь действительно быстрый двойной прыжок, то скорее всего не попадешь в цель, как ты можешь видеть прямо здесь. В любом случае, мы хотим сделать двойной прыжок в направлении этого спам-пространства, а затем удерживать ва и продолжать нажимать на пробел. И у тебя должно получиться что-то вроде этого, чтобы случается. Я не знаю, помнишь ли ты, но всякий раз, когда мы устанавливаем привязки, мы добавляем пропуски для прокрутки вверх. Так что при желании ты можешь прокрутить вверх, если хочешь сделать что-то подобное. Опять же, ты мог бы посмотреть на мои входные данные, чтобы увидеть, что я там делаю. Это по сути все, что я делаю. Как только мы доберемся сюда, первое, что тебе на за воротами, это атаковать в прыжке, а затем врезаться в бревно. Затем просто повторите это для всех трех бревен, пропустив ролик. Ну понятно, ладно, тут ничего особо не отличается.
И начиная с этого момента, нажимай на кнопку «Атака». Причина, по которой ты хочешь это сделать, заключается в том, что пока ты все это делаешь, ты занимаешься рассылкой спама. Причина, по которой... Сука. Это реально просто как видосы из... Вот эти вот мемные видосы про нейросети делают обзоры игр. Ты занимаешься рассылкой спама, заебись, погнали, работай. Что пока ты все это делаешь, ты занимаешься рассылкой спама. Причина, по которой ты хочешь это сделать, заключается в том, что это позволяет расположить ослика под определенным углом, под которым он смотрит на это. Нажми G, если хочешь полностью перезапустить уровень. Но вот что происходит, когда ты спамишь пробелом и не выполняешь атаку в катсцене. Блин, я не как смогу видишь, так готовиться. Я как будто смотрю сюда, а это совсем не то, чего мы хотим. Ищу героя, никто не видел. Почувствуй себя идиотом. Ой, тут, блядь, с самого ебучего начала. Да, тут лучше перебдеть, ребят. Это стопудово. Чё-то на этот камень не забирается нормально. Жёстко. О, нифига, мастер 64 в чате. Что это тот самый легендарный спидранер? Рекордсмен по Шреку 2. Что? Блин, вот комьюнити спидранов на самом деле такое прикольное. По любой игре всегда вот какие-то топовые спидранеры заходят к новичкам, интересуются там, что происходит вообще, постоянно мониторят. Цветочные драконы. Я вот когда спидранил DS3, тоже много спидранеров всегда заходило. Блин, мы тут смотрим про... Мы просто смотрим видос мастера 4, который зашел к нам в чат с нейроозвучкой. О, боги мои. О, нет. Дрожает, и многие люди с этим борются. Так что если у тебя с этим проблемы, то никаких проблем. Теперь, когда мы здесь, я наконец-то могу показать тебе прыжки с прокруткой. Есть ли у меня способ показать тебе в основном все это время, как ты видел, всякий раз, когда я привязываю клавишу перехода... Ладно, давайте отключим радиоуважение сейчас. Посмотрим, как он говорит на оригинале. I bound it to mouse wheel down, so whenever I scroll down, we get what's called a scroll jumper. В видосе про карету это говорит? Кот такой... Что его можно сделать? Чё за на? Он просто пошел лунной походкой. Попиздошил, бедолага. Голова. Голова. Кстати, нормальная тема наживать одновременно. И ориентироваться еще по бару этому можно. Мне не нравится, когда так. Как же мне ебут лазеры? Сохранено в лучшем виде. Эй, ты царапал меня. Молодец. Просто единица хп остается. Через 3, 2, 1. Выброс зелья боли через 3, 2, 1. Эй, моя шкурка мне и так нравится. Ну, типа быстрый сегмент, но не такой. Есть парочка непонятно, как лазеры нормально перепрыгивать, чтобы не получать так много урона. Так, я что-то подзабыл, в какой момент там трипл джамп делается. Выброс зелья боли через 3, 2, 1. Можно, в принципе, просто это пропрыгать. Будет сейфовее гораздо, мне кажется. Монеты.
Блять, я не то нажал. Надо было засейвиться, я загрузил. Бля, это просто пиздец. О, боги. Блять, я опять Z нажимаю, сука, вырвите эту кнопку у меня из пасти, блять. Из моей клавиатуры. А, да что ж со мной не так-то? Почему я нажимаю этот Z постоянно? Ой, хорошо как-то. Заебись, вообще, в натуре чётенько. Так, ну-ка давай еще разок. Ухов на дух не переношу. Ладно, ебучие ловушки, конечно, это просто. Блять, опять ебучую канаву. Ну что ж такое-то? Походу тут придется ждать немного. Не спеша вот так. Очень неприятные эти сраные ловушки, говна. Подойди сюда. О, ты мог бы просто пробиться сквозь этих бандитов, потому что ты мог бы убить их одним выстрелом. Потому что я не уверен, что зелье невидимости равнозначно тому, что ты можешь убить всех одним выстрелом, вопросительный знак. И как только ты окажешься здесь, тебе захочется попасть в этот ролик и пропустить его. Желательно одним прыжком. Так, понятно. Иду, подойди. Много людей погибло. Я буду из них. О, боже мой. Не, в жопу, наверное. Что-то тяжелый прыжок. Крыса. Что за она? Да блять. Ну ладно, с этими эльфами, конечно, очень хуёво. Да, бля, 10 тысяч прыжек, да идите нахер. Лучше сразу загружусь, наверное, чтобы хп восполнить. Не мог же он исчезнуть. Блять, да иди нахер. Может, я С самого начала уровня. Это, конечно, плохо. Да чё так? Да чё за пиздец? Ну хорош уровень. Ну чё ты душишь-то? Просто не перестало получаться, бля. Пофиксили в прямом эфире. Блин, начало супер приятное, потом, конечно, начинаются всякие проблемные уже моментики. Он поднимается, он поднимется, давай, давай, шагай, шагай к победе, Шрек, давай. Блядь. Да сучка.
А, ну короче, если он завис, то тут уже безвыходная ситуация. Это средство, чтобы выйти. Блять, ну зачем оно тебе нахуй надо? Секундочку, сука, решил засейвить. Спасибо за покупку, если потребуется. А где он? Да ну нахуй. Чё? Блять. Добро пожаловать в зелье Астетум. Спасибо за покупку. Если потребуется еще какое-нибудь зелье, заходите. Конечно, супер ебаный прыжок. Он вроде не сложный, но, бля, у меня уже второй раз он не получается. И весь уровень надо заново проходить, это пиздец. Сохранено в луч. А чё? Чё за нахуй происходит? Всё дело в... Да, вот тут тяжелый. Нормально. Почему? Тут какой-то как будто барьер, блядь. Бля. Он очень долго от прыжка восстанавливается. Не сразу можно прыгать второй раз. Блин, тут, короче, какая-то странная херня. Иногда он застревает на месте, прыгая. Да иди нахуй, ебучий шар, говна. Жесть, какая же у него неприятная коллизия. Привет, Юля, приветики. Блин. Так, и чё вот мы теряем? Мы можем сюда спрыгнуть? Можем. Это... Ну ладно, тут есть сейф, если чё. Более-менее, конечно. Это много времени потратить. Да это пиздятина полная. Я должен просто предупредить тебя об этой трубе. Ты должен быть очень осторожен с этой трубой. Потому что так много людей делают это и это. Такой слепой. Это такая слепая смерть. Если ты умрешь здесь, тебе совсем не будет плохо. Потому что так поступают все. В общем, как только ты окажешься здесь, я бы порекомендовал тебе прыгнуть из трубы. Если ты попытаешься выбраться из этой трубы пешком, с тобой случится что-нибудь подобное. Так что просто выпрыгни из нее каким-нибудь образом. Даже не важно, как ты это сделаешь. Просто выпрыгни из нее каким-нибудь образом. Самый быстрый способ выпрыгнуть из этой ситуации — это сделать что-то вроде этого. Но это довольно рискованно. Если ты чувствуешь, что можешь это сделать, то делай это. В противном случае просто сделай все, чтобы не умереть мгновенно. Потому что умереть будет намного хуже, чем не умереть вовсе. Подойди сюда, потри это, нажми на это. А теперь у нас появился автоматический скроллер. Умно, ура, со чувак. Смыслом, кстати, как если говорится. Если ты хочешь пропустить этот автоматический... О, какое унижение! Короче, надо первый удар по нему, что ли, вдарить, а потом отвернуться с третьим ударом. Судя по всему. Еще разочек. Вот и последний уровень. Ты можешь убить этого рыцаря, если хочешь, но тебе не обязательно это делать. Тебе не обязательно нападать на этого рыцаря. Вот на этого рыцаря ты должен напасть. Ты всегда должен атаковать, несмотря ни на что. Подойди сюда налево, потяните за рычаг, прокрутите, проделайте то же самое, но с противоположной стороны. Потяни за рычаг и прокрути ролик. Бум. Будь осторожен с этой бочкой. Ты можешь попасть в нее, если захочешь. Обычно я атакую в прыжке в эту бочку и попадаю в пространство. Потому что иногда ты получаешь быстрый удар, когда она сразу же наносит удар. Но не всегда. Давай посмотрим, смогу ли я сделать это здесь. Да, вот так. Это быстрая операция на женских половых органах. Все. Переходить к операции на женских половых органах. В этом бою есть механика под названием спектральные броски. Так, ну к чему говорит там?
Time to get into FGM. There is a mechanic in this fight called spectral throws. And spectral throws are incredibly important to fast FGM, where she will... Он говорит FGM. Почему это перевелось как половые органы? Она сразу же наносит удар. Но не всегда. Давай посмотрим, смогу ли я сделать это здесь. Да, вот так. Это будет... Female, типа... Genitals, или как это... Короче, дичь какая-то. О женских половых органах. Почему, когда нужны мышеловки, ни одной не найти? До встречи! Выше головы не прыг. Как же, сука, это долго, и как же это рандомно, конечно, в конце игры просто такой босс-файт, где она может 5 раз подряд сирануть не той молнией. Я тебя достану. Вот луковицу шинкуй, во как. О, да ты любишь убивать. Ты проклянешь день, когда встретил меня. Вот тебе. Бля, я кура. Я великая кура. Ну ясное дело, клин клином вышибаю. Так. То есть он находится под этой высокой елью, грубо говоря. Такой ориентир будет. Блять, пожалуйста, прыгни, зеленое чудище. Молю тебя. Чего? Я вообще не тот... Я запустил триггер босса, что ли? Ой, бля... Я просто трахал этого кота. Блин, надо 100% научиться нормально здесь прыгать. Ну, господи. Это мега важно. Да почему он, блядь, не прыгает? Ты ёбаный ты пень! Охуенно, он еще и сдох. Вам кот на язык наступил. Что за херня? Он не хочет залазить? А что мне делать? Ебать, какая тупая дичь. Почему это вообще происходит? Как-то законтролить, чтобы такого не было? Вот хорошо. Никто не помешает мне быть Фионой. В одном я уверен, подарок на 23 февраля можно не ждать. На 20 чё, блядь? Подарок на 23 февраля можно не ждать? Дай с озвучкой. А вот тебе. О, как ты любишь убивать. Зря тратишь мое время. Благодарю. Это прекрасный миг моей жизни. Найс, пройдено. Ну, норм. Ну, короче, вот больше всего здесь времени было потрачено на третьем или каком уровне за Шрека, где нужно вот в катсцену кота прыгать. Так, ну погнали пробовать. Чтобы прыгнуть на кувшинку, нажми на бегу клавишу Ctrl или щелкни правой. В воде ходить дело долгое. Гораздо быстрее получится, если прыгать по кувшинкам, понял? Берегись колючек, Шрек, а то мне придется их зубами вытаскивать из твоей шкуры. Ой, что-то я застрял. Разбойники! Шрек, я помогу! Нет, не бросай меня, пожалуйста! Мне тут будет так страшно! К тому же Шрек что сделает? Смотри, чтобы сделать удар, надо щелкнуть левой кнопкой мыши. Если разбойник тебя ударит... Ты... Отвлекающий. Слушай. Сохрани. А гляди, какой ослик славный. Бля. Гляди, какой ослик славный. Да,
меня корни были, я тоже лисы. Это что, белка была? Ну ты дурень. Это дерево надо как... С этим деревом надо понять, как, сука, не ловить его атак. Но тут я, конечно, тупанул. Сохранено в лучшем виде. Что-то я вместо того, чтобы вот эту атаку начал просто бить на месте. Не лезь к нам. Да, блять. Неправильно, надо по центру прыгать. Можешь стать мне параноиком, но это дерево мне не нравится. Дай ему ухо, Серёга. Найс. Да ты охерел, мужик. Блин, что-то вот с этого стола мне никогда не получается просто убить их. Сохранился. Мне не нравится, когда так. Бля, как же много урона и как же много всего. Игра. Выброс зелья боли через 3, 2, 1. Наконец-то подержи. Гляди, не сломай ничего. Знаешь, как теперь лечиться дорого? Опять монетки. Надо их подбирать и поискать законного владельца. А лучше потратить на что-нибудь. Чё ты, сука, стоишь-то? О! Это чуть не критическое было. Придется подождать. Да ну нахер. Извини меня. Паук еще застопил. Тоже не идеально. Блять, пиздец, на. Блять, вот это пиздец. Такая тупая смерть вообще. Бля, не знаю, вот тут можно успеть. Блять, иди нахуй, ёбаная мразь, сука. Ну пиздец, ну сука, ну какая же хуета. Да просто в... нахуй, блять. Ну все, это фул тильт уже какой-то. Мне нравится. Если кто меня красавчиком назовет, отлично. А у людоеда вот что. А вот тебе. Мужик, иди нахер. Бля, это мне все заруинило. Вот этот мужик мне все заруинил.
Да блять, этот мужик мне все нахуй заруинил, сукин, блять, выродок. Ну и денек. Отличная новость, ты еще и половину не сделал. Ну ясное дело. Понятно. Ты клином вышибают. Что я? Ну понятно. Фиона, прости меня. Ты проклянешь. Ну конечно. Ты зря тратишь мое время. Просто unbeliever. Да иди нахуй! Это противоестественно. Неужели мне не с кем драться, кроме тебя? Блять. Сам еще проебался. Вот тебе. Это прекрасный миг моей жизни. Да ладно, 28 минут 49? Чё за нах? Это не может быть. Этот ран просто говнище вонючее. Как это может быть до 30 минут? Что за бред? Yeah! 28.49 это время первого полноценного рана? Ну да. По сути. Ну как, второго, наверное, уже. Это первого полноценного рана с лайфсплитом попробовали мы. Я видел, как труп спидранера Шрека учили, ты быстрее прогрессируешь. У меня вот с базовой частью в спидранах всегда нормально, скажем так, то есть выучить основы какие-то. У меня более-менее хорошо получалось. В Dark Souls тоже вот у меня было норм. Но отточить уже прямо хорошо, супер тяжко. То есть отточить уже, как-то улучшать результат, там прям, не знаю, нужна жесткая выдержка. Если я упаду эти помои, моя прекрасная шерсть погибнет, и я умру. Что за ивент планируется? Фиджитал игры? Отлично! В телеге есть небольшая информация, плюс как бы там можно на сайт перейти и посмотреть вообще, что это за ивент. Это, грубо говоря, ивент, в котором куча людей... будут соревноваться в разных дисциплинах. Там будет спорт, киберспорт и так далее. Будет дисциплина спидранов. И вот я буду одним из участников. Ладно, погнали. Чтобы прыгнуть на кувшинку, нажми на бегу клавишу Ctrl или щелкни правой. На воде ходить дело долгое. Гораздо быстрее получится, если прыгать по кувшинкам. Берегись колючек, Шрек, а то мне придется их зубами вытаскивать из твоей шкуры. Ага. Разбойники! Шрек, я помогу! Нет, не бросай меня, пожалуйста! Мне тут будет так страшно! К тому же Шрек все сделает. Смотри, что мы сделаем. Если разбойник тебя ударит, то слямзит у тебя монетку. Ударив его в ответ, ты сможешь вернуть. Ты... Монеточки нужны. Упс. Грибы смерти какие-то всратые. Чё за херня? Ни разу эти грибы не трахали. Игра сохранена. О, черт. Да, елки-палки, пожалуйста. Эльфы знают. Не поймут меня неправильно сегодня. Какие-то недружелюбные лазеры.
только не шерсть. С этой работы я уйду только за большие деньги. Молодец. Шунгачак, хочешь меня стукнуть? Он собрался стащить наше зелье. Так, я вроде научился за кота нормально делать эту штуку. Разрушать вентиляцию. Ну, более-менее. Стабильные. Постабильнее, чем раньше. Сохранился. Какую-то пучину подзастрял немного. Блин, я хвост подпалил. Ненавижу. Блин, скипнуть сплит надо. Бля! Получилось! Ой-ой-ой, как плохо! Моя жизнь просто легенда. Сохранился. Я же не виноват, говорю. Не виноват. Игра сохранена. Хоть бы не упасть, хоть бы не упасть, хоть бы не упасть. Я еблан. Зачем я сделал двойной прыжок? Сука, 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 сука. Игра сохранена. Ха-ха-ха.
Попробуем новую стратку. Моя прекрасная шерсть погибнет, и я умру. Может, и не стоило, но пофигу. Сохранено в лучшем виде. Блять, я чуть не вышел. Сохранено в лучшем виде. Блин, я все время забываю, когда паук. Он же не сейчас. Там до паука еще пробежаться надо, да? Да, тут еще вот эта тема. Я же не виноват, говорю. Не виноват. Если я упаду в эти помои, моя прекрасная шерсть погибнет, и я умру. А где второй прыжок? Если я упаду в эти помои, моя прекрасная шерсть погибнет, и я умру. Если испачкаюсь, умру от стыда. Вот тут сейчас паук будет. Стой, богатый дурик. Я прошел слишком много, что меня задержал кто-то вроде тебя. Больно. Я не маленький котенок. Я их задержу. Вы двое, прочь! Ну и денек. Остынь! Игра сохранена. Блин, все равно у меня получается доп-удар какой-то. Блять, я застрял еще почему-то. Да, ты застреваешь, алло. Да что происходит? Молодец. О, а у людоеда вот что. Неплохо. А у вас тут миленько. Красавчиком назовет, убью. А по телеку показывают, что любовь — это так просто. Easy sub 25? No. Деревья вытирай, да швыряй с ними. Ворота разбей. Тебя куда приятнее дразнить. Стену проломи, нам надо в замок. Герой, герой. Вот тебе подсказка. Давай от молока подальше. Нет, блядь. Вот теперь не сам 25 точно. Ворот. Чудовище! Стену проломи, нам надо в замок. Юху, гляди, как побежал. Спасибо. За что? 4. Вперед! Сегодня твой день! Нам всем крышка!
О, теперь да. Одиночные бомбы. Разбегайтесь прочь, не поймать его вам. Он гигантский пряничный человек. О, нет, умереть от печенья. Сохранено в лучшем виде. Да почему ты бьешь-то? Отбивай магические удары мечом. Я подсмотрела в сценарии. Не, 125. Только если она сейчас... Не успеем никак. Беги, трус. Она не троллит еще. Не с кем драться, кроме тебя. Супер троллит. Вот тебе. Шрек, супер троллит. Я горд стоять рядом с тобой. Вот тебе. Супер троллит. Ты недоразумение. Да пиздец. Смотри, да еба. Я ведь король. Да иди нахуй. Что ты сделаешь? В одном я уверен. Подарок на 23 февраля можно не ждать. Да иди. Я тебя достану. Просто пиздец. Никто не помешает мне быть с Фионой. Шрек, ты великий воин. Выше головы не прыгай. Да что за хуйня? Да что за хуйня? Ты пожалеешь, что со мной встретился. Ну просто какая-то поплава, блядь. Почему я не могу отразить? Ясное дело. Клин клином вышибай. Да что за бред? Я такой удар не отобью. Кто меня удержит? Ну это просто руина какая-то. Убивай. Да пожалуйста, дай тебя уже добить. Шрек, в этот миг я горд стоять рядом с тобой. Это просто пиздец. Ну я, конечно, на ней куча облажался раз, но все равно она столько запускала этого говна неотражаемого. Это просто пиздец какой. Блять, ну он прыжок. Да ну нахер. Прыжок опять не нажался, сука. Блять, еще и здесь впервые упал. Да ебаный рот. Это паш просто пиздец. Игра сохранена. Да, бля, вообще все ошибки. Ладно, я что-то уже поплыл, я не могу. Тут надо рестарт. С этой работы я уйду только за большие деньги. Задержать постороннего. Это Санта-Мария Домика, бац, ай. Какие-то недружелюбные лазеры. Ты испытываешь мое терпение. Да блять. Да ну пиздец какой-то просто. Ну нет, тут, короче, давайте рестартим. Просто, не знаю, ну это просто поплава какая-то. Что-то я вообще не понимаю теперь, как прыгать.
Он у меня даже не близко вообще. Ну что, сечка в тройную трубу и с нее? Ты даже не понимаешь, с кем связался. Это сейчас на тоненького был, я уже за текстурами попал в загрузку. О, цветочные драконы, шутки, сущие, не сломай ничего. Знаешь, как тебе лечиться дорого? Да ебаный рот, нахуй. Сегодня кто-то не в духе. Пиздец какой. Цветочные драконы, шутки, сущие, сегодня кто-то не в духе. Маленьких хроников, а не нервных деревьев и антиослиных банд. Хорошо, да иди нахуй, в смысле, как я не успел? Блять! Это пиздец. Я так, о, да что за хуйня? Что у меня какие-то лазерные лучи? Че у меня с камерой? Будь осторожней, коты весьма опасны. Да я на тебя плевать хотел. Блин. Не дружил. Мне казалось, что я научился, а по итогу нихера я не научился. Бля, что я делаю? Сука, как я уже туплю, конечно. Просто полную хуйню делаю. Если я упаду в эти помои, моя прекрасная шерсть погибнет, и я умру. Блять, ёбаный рот. Выше головы не прыгнешь. Ты пожалеешь, что со мной встретился. Не попадайся под превращальные заклятия. Шрек, ты великий бой. Резидент Слипер. Вот тебе. Ты зря тратишь мое время. Я такой удар не отобью. Вот тебе. Смотри, ты оглушил ее. Брось ее чем-нибудь. Это пиздец. Да, ну это была... Это, наверное, худшая вообще была из всех фея. Хуже этой феи, мне кажется, не было. Просто кошмар какой-то.